Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, в эфире очередная программа «Место встречи». И я с большой радостью вам сообщаю, что сегодня наша передача посвящена Санкт-Петербургу, торговому дому, громадному бренду русско-американскому. И тем более я очень рада, что к нам сегодня пришла Наташа Орлова, владелица, основательница, президент и кто угодно. Здравствуйте, Наташа. Да, здравствуйте. И познакомьте нас, пожалуйста, я уже познакомилась, телезрителей, с вашей очаровательной спутницей. Да, Инесса, в общем-то, она занимается закупками всего, что не касается книг, то есть вот всего того товара, который мы сейчас развиваем, товары, то, что называем линии товаров для дома. Здравствуйте, Инесса, мы вас тоже очень рады видеть. И поговорим, да, Наташа? С чего начнем? Ну, наверное, с того, что мы очень много получаем вопросов по телефону, потому что большая часть наших покупателей находится уже не в Нью-Йорке, а во всех штатах нашей великой страны. И у нас появилось очень много новых линий товара, которые вызывают много вопросов. Вот одна из них — русский фарфор. Мы решили прямо уделить этому внимание и, кроме всем знаменитого хохломского и гжелевского фарфора, рассказать еще про... Мы считаем, что нашу уникальную находку — это фарфор Гарднера и фарфор Кузнецова, который восстановлен и снова выпускается в России. Потрясающе. Я так понимаю, что Инесса вам помогает найти эти уникальные товары. Я права? Даже сопровождают меня в наших вылазках и поездках в заснеженную Россию. Больше того, мы даже пешком едем сами в эти далекие деревни и села, которые находятся там до 100 километров от Москвы. Так исторически сложилось, что все эти промыслы находятся в Подмосковье, и мы туда добираемся, и мы в следующий раз принесем замечательные фотографии, как мы выглядим, когда мы сливаемся с русской природой. Инесса, а это ваша профессия, вот определять, что есть что, например? Вы можете, что называется, закрытыми глазами узнать, какая это посуда, какой фирмы? Ну, в общем-то, да, да. То есть мне нравится, чем я занимаюсь. Я с удовольствием копаюсь, читаю. А, то есть вы еще и историю знаете? Да. Ну, класс. Наташа, продолжим. Ну вот про историю мы сегодня и хотим рассказать. Да? Да. Я держу в руках знаменитый, очень знаменитый гарднеровский фарфор. Вот здесь есть клеймо, которое показывает, что это все так и есть. Так, авантюрист, молодой англичанин, Франц Гарднер, приехал в Россию во времена Елизаветы, понял, что в России нет фарфора, а Мейсон в этот момент гремел по всей Европе, и в течение нескольких лет организовал первый фарфоровый завод в России. Большое ему спасибо этому англичанину, именно он с этого и начал. Построил он его как раз в 100 километрах от Москвы, потому что в те далекие времена были очень правильные государственные законы. На территории столицы ничего нельзя было строить. Называлась 100-верстовая зона, то есть 100 верст от Москвы – это первое начало заводов, где можно было строить. Вот, до 100 верст от Москвы нельзя было ни вырубать леса, ни строить, ни распахивать поля. Это была такая, да, были предместья московские. Итак, в 100 километрах от Москвы в 1756 году появился первый русский фарфор. Ровно через 100 лет он добился права стать поставщиком двора его величества. Что через 100? Только через 100 лет русский фарфор вышел на уровень европейского, вышел на уровень мейсоновского и получил такое право. В это же время в другой части Подмосковья замечательный молодой амбициозный человек, последователь, кстати, мастеров гжелевских, бывший крестьянин, ставший купцом, Терентий Кузнецов, открыл свою фабрику в местечке, которое называлось Дулево. Значит, этот открыл там, где вербилки, поэтому гарднеровский фарфор называется еще вербилки сейчас. Тот открыл в местечке, которое называлось Дулево, в деревне. Значит, кузнецовский фарфор, он дулевский фарфор. Не прошло еще 150 лет, прямо перед революцией. Кузнецовы уже в третьем поколении выкупили гарднеровский сервиз, остались одними на рынке, но тут и грянула революция. Ну, собственно, в общем, а сейчас мы возвращаемся к тому, что эти формы восстанавливаются заново, восстанавливаются замечательные, потрясающие старинные формы. Ну, вот такая вот форма, она называется «Белый лебедь», она идет совершенно разных рисунках,
совершенно разных рисунков, но форма вот такая. На просвет фарфор просвечивается, если вы будете тонкие, держать, да, на лампу, тонкие. Да, или на говорят, ног. Что это признак дорогого фарфора, тонкий. Я права? Абсолютно верно. Признак настоящего фарфора. Настоящего и дорогого. И отличие от китайского фарфора. Вот этот звук поможет вам отличить, если можно в магазине так сделать. Китайский произведенный, ну, якобы фарфор. Мы не знаем состав того, из чего они производят свой фарфор, но звук он этого не даст, и прозрачность он этой не даст. Вот такие замечательные, красивые вещи. Снова. Вы знаете, почему-то напомнило какой-нибудь праздник в Советском Союзе, когда вот наливали крепкий заварной чай с такими хлопьями, знаете, не в пакетиках, а вот на праздник всегда, когда собирались какие-нибудь родственники. И так прям уютно-уютно стало. Ну, поэтому, да, у нас есть целая коллекция чайников, и мы рекомендуем вернуться к этой традиции. Не заваривать чай в пакетиках, тем более в Америке. На самом деле есть очень хорошие коллекции чаев, правильно, в разных магазинах. И еще хочу сказать, когда вы покупаете чашку и чайник, все-таки смотрите на то, что вот это дулевый, если мне память не изменяет. Это вот как раз знаменитый сокол. Да? Я не ошиблась? Да, абсолютно. Потому наверное, что я помню, в моем детстве у нас был чайник. Вот именно только один чайник. На чашке денег не хватало. Из бокалов пили. Но чайник был вот дулевский. Это я помню. Потому что одна из фигур этого завода, «Сокол», получила международную премию в 1953 году, уже при советской власти. И это был «Сокол», и решил завод, что теперь «Сокол» станет визитной карточкой завода. Все, что до этого времени, старинное, если у кого-то есть в домах, все счастливые люди, то там будет другое клеймо. Заводы периодически меняли свое клеймо через каждые 20 лет примерно. Поэтому может быть дулевский старинный фарфор с другим клеймом. А как же определить, Наташа? А если вдруг какой-то там во дворе человек решил сделать свой маленький бизнес и сделал под дулево? Как определить подлинность произведений? Вот что дулевский и подделка. Ну, во дворе невозможно произвести чашки такого уровня. Сейчас, по-моему, все возможно в России. Возможно, только если это китайская линия, но, опять-таки, то, что я сказала, это фарфор не будет звенеть, не будет светиться. И, в принципе, вот такую чашку, да, произвели китайцы. Это точная копия старинной чашки по емкости, бокала, да? И вот если вы перевернете, там не будет этого клейма. Вот как только вы где-то увидите в Century 21 или где-то. Вот именно эти чашки, да, есть копия партии подделок, но они не будут иметь клейма, то есть это вот та китайская копия, потому что очень знаменитый русский рисунок, этот русский мотив. И у нас сервиз есть с таким рисунком, и чайники с таким рисунком. Это один из самых знаменитых русских старинных рисунков, и, конечно, его сейчас копируют. Ну, потому что красиво. Ну, и мы дойдем, наверное, до Гжели. Ну, Гжель, наверное, ни для кого не секрет. Но вы знаете, когда вот мы перед началом съемки брали эти предметы в руки, мне стало страшно. Она такая легкая, такая красивая, такая изящная, что, в общем-то, вот у меня всегда была дилемма пить из такой дорогой посуды чай, потому что боязно разбить. Но вы знаете, что еще больше всего меня потрясло? Вот когда смотришь на донышко этой чашки, какие-то воспоминания о царском времени. Я не ошибаюсь? Да, ну да, правда. А вот почему? Что там такое, Наташа? По-моему, имя художницы или художника. Это, кстати, было одной из наших больших проблем, когда мы налаживали вывоз Гжели в Америку. Нам таможенные власти останавливали партии, считая, что это предметы искусства, если они подписные. И нам подписную Гжель пытались не разрешить вывести. А неподписная Гжель, собственно, не имеет никакой ценности, как таковой ее не существует, там какой-то третий, четвертый сорт. Поэтому еще раз обращаем внимание наших клиентов на уровень того, что мы вывозим. Нас заняло много времени объяснить всем таможенным властям вместе с заводом. Мы очень, очень тесно сотрудничаем с заводом, что имя автора – это фирменный знак Гжели. И может быть одна и та же чашка, но и та же форма совершенно по-разному расписана. Потому что каждый автор имеет право немножко изменить стиль и расписать, как он считает нужным. У нас, Наташа, эта часть уже очень закончилась. Можно мы перескочим потом еще с вот этой чашечкой в следующую? И я просто перед тем, как объявить перерыв, хочу еще раз сказать огромное спасибо торговому дому Санкт-Петербург за то, что они возвращают нас к нашим очень красивым традициям и истокам. Наверное, вы единственные в мире, которые это делают. Спасибо вам огромное. Перерыв.
Продолжается наша программа, дорогие друзья. Вы все помните, что Санкт-Петербург сегодня главные два слова в нашем лексиконе. Наташа Орлова, владелица и основательница, и Инесса Сафаргалиева, товаровед. Мне очень нравится это слово. И очаровательные женщины нам сегодня принесли вот товары. Я попрошу Наташу закончить историю про чашку, которую, честно говоря, я впервые вижу такой дизайн. Да, это уже новый дизайн мастеров вот этой фабрики. Хочу сказать, что чем больше мы всего привозим интересного из России, тем больше я домой всего этого притаскиваю, потихонечку обрастаю. Очень рекомендую. Мне очень удобно уходить в спальню. То есть сюда вот можно наложить печенье. Конфеточек, печенец, да, налить чай, вместе с этим уйти в соседнюю комнату, смотреть сериал. Не надо там придумать, что нести, на чем отдельно. Очень интересная идея, это новая форма такая, блюдце под нос. И вот я просто хотела на это обратить внимание. Если не дарить сервиз, а дарить одну чашку какому-то человеку, то я считаю, что это вот очень удобный. Очень красивый, удобный красивый очень расцветка, и кто-то со вкусом человек. Да, конечно. Давайте я тогда поставлю на столик, а сразу расскажем, почему Инесса укрыта таким уютным пледом. Да, мы хотели рассказать сегодня о наших поступлениях, новых поступлениях, одеялах и пледов из натуральной шерсти. Что значит натуральная шерсть? Это верблюд? Овца? Кто? Сейчас принесли мы сюда несколько видов пледов. Угу. Пледы из верблюжьей шерсти, пледы из овечьей шерсти, это мериносная овечья шерсть, и на мне плед из новозеландской овцы. То есть, если говорить о свойствах шерсти, они приблизительно одинаковые для всех животных, но, опять же, превосходит в своих качествах верблюжья шерсть над овечьей шерстью, мериносная овечья шерсть над новозеландской шерстью и так по ниспадающей. Хорошо, вот вы выбрали этот товар. Почему вы, допустим, рекомендуете укрываться этими пледами, одеялами, а не пуховыми? Если мы говорим о нашем хорошем настроении в течение дня, то залог его, конечно же, крепкий, здоровый, сухой сон. То есть одеяла из лебяжьего пуха очень популярны здесь. Они легкие, они теплые, поэтому уже взыскали свою славу. Одеяла и пледы из натуральной шерсти, имея все те же самые свойства, превосходят лебяжий пух тем, что обладают такими уникальными свойствами, как терморегуляция и гигроскопичность. Сейчас попробую немножко объяснить, что это такое. Не потеете вы под этими одеялами. Гигроскопичность – это свойство шерсти впитывать влагу человека и самостоятельно ее испарять. А терморегуляция – это поддерживание определенной температуры, то есть в данном случае температуры тела человека. То есть она всегда 36-37 градусов. Чем знаменита как раз-таки верблюжья шерсть и свойства верблюжьего волоса, что вот верблюд гуляет по пустыне, где температура воздуха 60-70 градусов по Цельсию, и поверхность шерсти верблюда будет такой именно температуры. Но если руку просунуть вглубь, там то в глубине будет температура тела 38 градусов, как у верблюда. Да, волос удерживает разницу вот эту температуру. Поэтому эти одеяла, да, уникальны тем, что ими вы можете пользоваться как зимой, так и летом. То есть зимой они сохраняют тепло, обеспечивая сухое тепло, а летом они прохладное тело дышат. Еще несколько раз я слышала, по-моему, Наташа, мы с вами говорили, вы говорили, что они еще и какие-то лечебные свойства имеют. Я сама из Казахстана приехала в Америку и хочу рассказать немножечко, что значит верблюжья шерсть для народов Азии, Монголии, Востока. То есть это лечебный материал. Детей с рождения кутают верблюжью шерсть, строчат пояса, наколенники, налокотники, повязки на шею. То есть благодаря своему свойству сохранять тепло, верблюжья шерсть обеспечивает, допустим, прогревает места, да, суставы, то есть она очень хорошо помогает при невралгии, при ревматизме, при артритах, остеохондрозах, то есть вот эти все заболевания, и также простудные, то вот как раз-таки, о чем я начала говорить, окутывает детей.
И мы точно дальше знаем, откуда эта шерсть берется, что очень важно. Фабрика находится тоже в Подмосковье. И ребята, кто открыли эту фабрику, мы с ними дружим много лет, они занимались тем, что вот после перестройки, когда все научные сотрудники искали себе работу, они вышли на маркет в связи с тем, что рядом Монголия с Россией. Они закупали монгольскую шерсть и перепродавали на маркете для европейских компаний. Пока однажды не решили открыть свою фабрику из этой уникальной шерсти, которая потом в Европе в 3 раза становится дороже, пока она дойдет до изделия, они в Подмосковье, в городе Егорьевске, открыли фабрику. И вот теперь вот это вот все производится эксклюзивно для нас, поскольку это наши друзья. И мы точно знаем, что это именно верблюжья шерсть напрямую из Монголии и без добавок. И абсолютно новый продукт, который они сейчас запустили на рынок, и мы не могли его не привезти в Америку, это одеяло с добавкой бамбука. Инна, это мы должны рассказать отдельно. Я обратила внимание, что вы про этот бамбук говорите с таким восторгом, Инесса. Почему? Говорю с восторгом, потому что знаю хорошо свойства этого материала, как он обрабатывается и что он дает человеку и организму в целом. То есть не очень, скажу, на сегодняшний день этот материал популярен здесь, в Америке, хотя в Европе и новый, на Востоке, да, то есть инновационный материал, будем так говорить, и в Европе он сейчас, в общем-то, заслуженно приобретает большую популярность и пользуется большим очень спросом. Одеяло тонкое. Вы уверены, что будет держать тепло? Да, мы в этом уверены, потому что одеяло наше состоит на 90% все-таки из натуральной шерсти, и 10% мы добавили бамбукового волокна. Сшито это по нашим собственным разработкам, специально для нас. Таких одеял размеры больше нет ни у кого. И сделали мы это для того, чтобы... Очень часто люди приходят и жалуются, допустим, на «я не могу укрываться чисто шерстяным одеялом, у меня аллергия там, или у меня астма». Вот для этого мы добавили бамбуковое волокно. Оно противоаллергенно, оно устраняет самостоятельно все запахи, оно антибактериально. Это лучший материал для людей, страдающих такими заболеваниями, повторюсь, как астма и аллергия. И оно не дает сваливаться, собственно, шерсти. То есть это вместо синтепона, это прокладка бамбуковая, там внутри это волокно, оно не дает шерсти сбиваться в клочья и потом не образовывать такие комки внутри одеяла. Одеяло наше можно стирать в стиральной машине. Просто что? Как обыкновенное белье? Да, да. И очень больших трудов стоило перестроить на фабрике машины под Queen, Twin и какой следующий. В общем, под все американские размеры, потому что они себе выпускали для России это. Вот поэтому мы считаем, что нашим большим достижением, что мы новаторы, мы не могли это не прийти. То есть это ваше ноу-хау? Да. Ну, в общем, да, мы да, не запатентовали. Ну, я вас поздравляю, это потрясающе. Уже свое производство, можно так сказать. Хорошо, если бы вы в холодный зимний вечер поехали куда-нибудь в Покано, вы, Инесса, какой бы взяли с собой из этих одеял или пледов? Что бы вы с собой взяли? Поскольку я все-таки не страдаю астмой и аллергией, я бы взяла чисто шерстяное одеяло. Если бы я выбирала из шерстяных одеял, которые у нас представлены, я бы взяла одеяло из верблюжьей шерсти. В любом другом случае, противоположном, я бы взяла одеяло бамбук и шерсть. Потому что те свойства шерсти и свойства бамбука объединены вместе, это действительно уникальное одеяло. То есть над этим поработали ученые, я так понимаю, да? Да. А почему вот это сочетание именно шерсти и бамбука? Еще раз, может быть, я что-то пропустила. Бамбук, он что? Противоаллергенный. И плюс это волокно, которое удерживает скатывание, это волокно, которое, в общем, бамбук становится очень популярным везде в мире, потому что это натуральный внутренний наполнитель внутри ствола бамбука, который можно... И вообще в странах, где растет бамбук, его используют весь, от листиков до корней. Просто постепенно мы возвращаемся к натуральным своим корням и стараемся все в меньше и меньше синтетических материалов использовать в своей жизни. Вот если вы обратили внимание, мы сидим с Инессой в шелковых шарфах. Это знаменитый, да, Павлов Посад. И тем не менее мы уверены, что это натуральный шелк, поэтому его на себе приятно носить. Абсолютно разница с тем, что вы носите ацетатные шарфики, которые ко всему прилипают. У меня, наверное, с возрастом произошло, как это сказать, тяга к натуральному, вот и дорогому. Я хотела сказать, я совершенно стала не переносить
синтетику. Вы знаете, это просто... Раньше я даже не обращала внимания на это. Я не могу укрыться, например, знаете, бывают такие вот пледы, которые трещат зимой, вот этот акриль или что-то такое. У меня просто начинает болеть спина. Я не понимаю, как это можно было раньше использовать. Но в молодости, наверное. Сейчас вот я, опять же, воспоминания детства. Верблюшка. Вот я помню это слово. Верблюшка. Вот это она, ваша верблюшка. Более того, они тоненькие-тоненькие. Дорогие друзья, я перед передачей укрылась. Тепло, легко, и у нас здесь комфортно. Кондиционер работает. Тепло, изящно, потрясающие расцветки. По-моему, это вот, если бы можно было давать, я не знаю, премию мира за такие произведения, наверное, вот эти одеяла были бы удостоены этой премии. Это правда. Я абсолютно с вами согласна. И я, наверное, еще не задала вопрос, или это то же самое одеяло. Вот это, давайте сделаем еще пирамиду. Рассказывайте про это. Это что? В руках у вас одеяло из чистой верблюжьей шерсти. Причем не просто шерсти, а пуха молодого верблюда. Опять же, он по своим свойствам отличается от... А что, верблюда вычесывают как-то? Как вычесывают, это делается? Конечно, вычесывают. То есть специальная порода верблюдов вычесывает этот пух. Самая, скажу, царица шерсти – это шерсть молодого верблюда, пух молодого верблюда. Это прям уже совсем роскошное такое. Да, роскошный подарок. Ну, кстати, отличный подарок людям, которым... И если говорить о ценах, то верблюжья шерсть, в общем-то, считается по праву одной из самых дорогих, то мы очень конкурентно способны. Да? Да, на рынке. Если вот такое одеяло в других магазинах вы можете найти где-то долларов за 300, за 400, мы его продаем за 140 долларов, это одеяло. Так. Чеки принимаете сейчас после передачи? Ну, тогда еще... я про новозеландскую, наверное. Вы знаете, что у нас время закончилось. Девушки мои дорогие, приходите в следующий раз, приносите с собой еще и другие предметы, и эти, и платки, и все-все-все. Я, вы знаете, что понюхала? Совершенно не пахнет. Вот знаете, когда плохо пахнет. Так вот, я не успела дорассказать, да? Про бамбук. Хорошо. Бамбук, который как раз-таки нейтрализует запах шерсти для тех людей, кто не воспринимает запах шерсти. Вот для них еще вложенный бамбук. Более подробно в нашей следующей передаче. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Торговый дом Санкт-Петербург.